как это произошло, что, типа, у меня вышло, типа, я же входил до этого, когда Windows переустановил, типа, и нажимал галочку «Запомнить мой этот вход», да? Но при этом входа не было. Это Москва лазает, блядь, либо что-то делает, либо провайдер ёбаный ваш, который мой местный, что-то делает, блядь, я не знаю. Потому что либо синхронизация играет, чтоб в телефоне, ну, не знаю, кто это. Вряд ли провайдеры, наверное, Москва что-то ковыряет. Ёбаная тварь. Потому что как он вышел, галочка, типа, что не запомнили имя, и между аккаунтами вход не переходит, а каждый раз просит войти пароль, почему он не входит так долго из-за съебанного скриншейтого QR-кода, кто их придумал, ёбаная Москва, из-за него и не входит. Вот эта хуйня крутится и, ну, как видите, бесполезно в аккаунт войти. Вот это колесо, если без скрин-кода ходишь. И оно вечно начинает крутиться, блядь. Пусть деньги платят за такую хуйню. Я час прострадал. Башка болит, блядь. В час хуйней какой-то страдал. На компьютере сел и хуйней час прострадал. Пусть деньги выплачивают у тех, кто такая хуйня была. Что за нахуй? Россия ёбаная, блядь. И вот целый час колесо смотрел, как крутится, блядь, в России.